Здравствуйте, мои дорогие зрители, меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Сегодня мы приехали в магазин «Лето», посмотрим, какой тут есть ассортимент. Адрес я напишу в описании под видео, поэтому, кому интересно и кто живет в городе Краснодаре, сейчас покажу, что есть в этом магазинчике. Сразу на входе здесь такая зеленая красота. Обожаю варигатные растения, здесь их много. Растения разных размеров. И на любой вкус. И, кстати, в этом магазине «Лето» очень красиво все украшено. Мне безумно все нравится. Кстати, здесь есть сортовые орхидеи, которые привозит Радж. Смотрите. И мне очень нравится, он всегда делает вот такие вот наклеечки, и видно, какая это сортовая орхидея. Смотрите. Очень большой выбор. Посмотрите, какая прелесть. Так что можно даже не ехать к нему и не заказывать по почте, а приобрести здесь. Это азиатские орхидейки от Раджа. Вот такая прелесть. Приезжайте, покупайте. Все орхидейки в хорошем состоянии, но они хотят пить. Вот есть такие, которые уже немножечко теряют тургор, поэтому скорее-скорее забирайте их домой. Кстати, 810 рублей стоит такая красавица. Так, в размере 1,7 посмотрим цену с вами. Так, 555 рублей стоит вот такая красавица. Поэтому приезжайте, покупайте, это очень выгодно, не нужно платить за пересыл. Даже если они немножечко дороже. О, гляньте, какой красавчик. 735 рублей, ну за такую красоту можно отдать. Посмотрите, биглип очень красивый. Бомба вообще, вот, кстати, Орхарай. Так что приезжайте, покупайте. Класс, вообще не ожидала, если честно, увидеть. Ну вот, красота такая. Так, пойдемте посмотрим голландские орхидеи. Смотрите, как все здесь красиво. Кстати, вон стеллажик целый с препаратами. Давайте посмотрим с вами. Я, кстати, в этом лето в первый раз. Смотрите, есть удобрение для орхидей. Наверное, на любой вкус, кто какое любит, кто каким пользуется. Цитокининовая паста. Бонафорта серия здоровья. И еще много-много-много препаратов. Красота. И тут не только для орхидей, конечно же, для любых комнатных и не только растений. Очень большой выбор, и все так красиво разложено, аккуратненько. Так что приезжайте. Смотрите, тут какая-то есть прям серия. Уход и питание. Я такую не пробовала. Кто пробовал, напишите в комментариях, как вам понравилось или нет. Тут всевозможные тоники, вот такие уже разведенные удобрения, да, концентрация низкая, по листу опрыскивать. Ну, кстати, мне они нравятся, но на мою коллекцию хватает опрыскать только один раз вот таким вот тюбиком, и это дороговато за 23 рубля, конечно, это дорого для моей коллекции один раз опрыскать. Но они мне нравятся, тоники. Тоники обычно я делаю сама из обычных удобрений. Я это уже показывала на своем канале. Посмотрите, как здесь красиво. Вообще люблю гулять, где много зелени. Ой, я уже вижу наши любимые орхидейки. Это голландские. Есть много мультифлорок. Посмотрите, какая прелесть. Очень красивые. И очень красиво все украшено. Знаете, такая радость для глаз приехать посмотреть на такую красоту, где все так красиво расставлено, разложено. Вообще прелесть. Работники магазина постарались на славу. Умнички. Смотрите, какая красота. Ой, вот это, по-моему, ароматная мультифлорка. Цвет просто камера не передает. Она очень красивая. Но я не вижу цену, если честно. Мне не очень хочется их поднимать и рушить эту композицию. Боюсь, что я потом не смогу поставить так, как они стоят. Ой, очень красивые. Пульсация. Флиртейшн.
Ой, есть Cranberry Chacha, посмотрите, какая красавица. Цветочек мелкий, но вот эта мультифлорка у меня есть такая, она в домашних условиях, цветочек покрупнее раскрывается. Очень хорошенькая. И тут, кстати, видно цену, 815 рублей стоят мультифлорки. Вот такая красота. Смотрите, какие есть композиции. Они посажены в обычные горшочки, да, просто так красиво поставили их в такое кашпо, чтобы привлечь, наверное, мое внимание. Ну и ваше тоже. Вот такая красота. Еще я где-то видела здесь уценочку, так мелькнули мои глаза. Поэтому мы с вами тоже пройдемся, посмотрим еще уцененные орхидеи. Или, может, мне показалось, но я видела там орхидеи, которые уже отцветают. Пойдемте их тоже посмотрим. И посмотрите, еще так пройдусь по магазину с вами. Очень красиво здесь есть для декорации. Сейчас уже к Новому году игрушечки, смотрите, какие красивые. Давайте с вами посмотрим, потом пройдемся к уцененным орхидейкам. Ой, прелесть, везде мышек много, красота. Мужское счастье, ой, такие все красивые, знаете, какая растюха красивая. Монстера, как всегда, обожаю это растение. Многие мне пишут, что нельзя держать в квартире, но я этого не боюсь, мне очень оно нравится и всегда привлекает мое внимание. Много пальм. Пойдемте. А вон еще стеллажик, я вижу, с орхидейками. Что-то я прошла мимо него. Вот еще, смотрите, сколько много. И мультифлорки. Ой, какая красивая. Посмотрите, мультифлорка. Ой, 815 рублей мультифлоры стоят. Очень красивые. Есть, конечно, обычные. Вот, но есть и прям такие, знаете, привлекающие взгляд. Крупная розовая. Вот такая, как у меня в групповой посадке. Очень красивая. Мне есть однозначно, что выбрать. Посмотрите, какая прелесть. Орхидейки от Раджа, конечно, вообще я была в шоке, когда увидела. Вот. И очень достаточно хорошие, и орхидейки хорошие. Поэтому однозначно приезжайте и покупайте. О, пятнашечки какие красивые. Так, еще я вижу очень красивую орхидейку, похожую на Рим, но это не он. Так, напишите мне в комментариях, что это за красавица. Знаете, что-то между Римом, но это не Рим. Ну и на другую орхидейку не похоже. Камера немного преломляет цвет, но она очень красивая и очень крупная. Знаете, вот на Леди Мармелад похоже, но тоже, мне кажется, это не она. Что-то между Леди Мармелад и орхидейкой Рим. У меня у мамы есть Рим, он не такой крупный. Вот. А Леди Мармелад, она более к персиковому. Вот что-то между. Вот даже есть один дендрофаленопсис. Вот такой вот. Ну, обычненький, беленький. Цену на него... Так, 600 рублей стоит такой дендрофаленопсис. Но, кстати, больше я их не видела. Он, похоже, один. Вот такие полосатенькие, красивенькие орхидейки. Это, кстати, вот на два цветоноса. И цена 985 рублей. Вот такая прелесть. В магазине имеется много горшочков. Большой выбор. Кстати, я в лето, только который находился по другому адресу, покупала свои горшочки с фитильным поливом. Сейчас я еще пройдусь по магазину, посмотрю, здесь есть такие или нет. Да, есть, я их уже вижу. Я вам сейчас их покажу. Вот они, эти горшочки, они в разных размерах. Я люблю белые, вот этот прям большой. Знаете, или грандифлору сажать, или орхидейка, у которой уже большая корневая система. Вот такой вот горшочек с фитильным поливом. Потому что многие спрашивают, где я их покупаю. Вот в магазине «Лето» они есть. Есть в разных расцветках, вот посмотрите, и в разных размерах.
Есть еще вот такой вот большой горшочек с фитильным поливом, но я его еще ни разу не пробовала вот такой. Вот он есть тоже фитильный полив. Кто пробовал такие горшочки, пожалуйста, напишите мне в комментариях, потому что все время хочу попробовать, но боюсь, думаю, мало ли вдруг орхидейкам не нравится в таких горшочках. Цена 240 рублей. Так, а этого горшочку... Так, что-то я не вижу цену на этот горшочек. А вот, да, увидела. 197 рублей, кстати, с комариком вон. Так, пойдемте с вами посмотрим оценочки. И еще, наверное, посмотрим с вами препараты, потому что я видела, что это не все то, что я вам показала. Есть еще. Здесь находятся уцененные растения. Вот розовенькие, беленькие орхидейки. Сейчас найду цену, потому что пока не вижу. Тут фиалочки еще уцененные есть. Так, что у нас тут по оценочкам? Цену не вижу. Может быть, камера будет прыгать, вы меня извиняете. Кстати, смотрите, есть какая-то орхидейка, у нее лист с пигментацией. Это, наверное, вот эта розовенькая, да, листик с пигментацией у нее. На цену, на оценке, о, 100 рублей стоит такая оценочка. Кстати, вы знаете, по 100 рублей можно брать, можно взять все по 100 рублей. Так, давайте посмотрим у этой растюшки. 150 рублей. Кстати, смотрите, какая шикарная корневая система. Ее, видно, роняли. У нее вот листики немножко поломаны, но шейка абсолютно чистая. Все с ней хорошо. Вот, единственное, что поломанные листики, но корневая просто шик. Просто шик. Девочки, мальчики, кто живет недалеко или есть возможность приехать за уценочками, приезжайте, покупайте. Вот здесь на некоторых видно, какой цвет. Кстати, вот это тоже с хорошей корневой системой, тоже с поломанным листиком. Смотрите, вот корни, сразу буду вам показывать. Цена на такую растюшку 249 рублей, ну 250, можно сказать. Вот такое растение. И посмотрим вот эту красотку с пигментацией. Очень мне понравилась пигментация листа. Так, цена на нее тоже 250 рублей. Ну, наверное, те орхидейки, которые еще пока видно цвет, но с цветочками, они по 250. У кого не видно цвет, вот такие, да, растюшки, они по 100 рублей. Давайте вот эту посмотрим. Нет, это тоже 250. А вот эти по 100. Да, вот видите, 100 рублей. Корешки хорошие. Скорее всего, это белая грандифлора, потому что корни, посмотрите, какие жирнючие прям корни. Так. Здесь, конечно, черная шея. Так, вот эту я бы купила. Прям такая жирненькая, хорошенькая. Но у меня сейчас недостаток места, большой недостаток, поэтому орхидейки я не покупаю. Здесь вот 150 рублей вот это растение стоит. Тоже отличные корни. Красота. Можно брать, и они запросто у вас выживут, потому что корневая очень хорошая. Так, а на этом я уже буду заканчивать сегодняшнее свое видео. Очень интересный магазин, мне очень он понравился. Всем советую хотя бы раз заехать посмотреть. Посмотреть ассортимент, посмотреть вообще на сам магазин. И не только на орхидейки, а и на любые другие комнатные растения. Здесь очень все красиво. Все, пока-пока, мои хорошие. До новых встреч, до новых обзоров магазинов.